Я раньше иногда тоже работал на уровне доверия. Вот я тебе верю, давай сделаем, я тебе верю и так далее. И меня всегда подводили. Постоянно подводили. Теперь внимание. Когда у бизнесмена умственный лен, или он не понимает работу, не знает, он свой умственный лен и нехватка знаний прикрывает уровнем доверия. И он ищет того, кому он доверяет. Поэтому пытается кланское управление создать. Родственнику собирает, когда родственник заканчивает, не знает, кого еще собрать. Кто понял? То есть он пытается пригласить туда, кого знает. А это, кого знает, может быть, вообще не понимает этого. Он говорит, по крайней мере, я тебе доверяю. Почему? По крайней мере, ты мне проблемы не создашь. Кто понял? Как минимум, ты мне проблемы не создашь. Хотя ты мне не помогаешь успешным стать. Кто меня понял? Иногда некоторые люди лишь бы постараются, лишь бы кого-то, лишь бы кого-то уговорить племянников или там одноклассника, или лишь бы, чтобы это место кто-то занял. А он способен, не способен, один Аллах знает. Особенно, когда родственники нанимаете, потом за них сами работаете. В большинстве случаев, когда вы кого-то уговариваете, он чувствует, что как будто одолжение делает вам. Он сидит, как вы, сегодня как раз о персонале буду говорить, много чего, колоссальные вещи будем усваивать. Поэтому большинство так думает. Теперь внимание обратите, я скажу вам такое. Посмотрите на свои руки. Посмотрите, там есть ногти. Вот эти ногти каждый минут, каждый секунд растут. У вас есть волосы, они растут. А почему мозги не растет? Вы сами подумайте. Потому что сама основа жизни – это беспрерывная борьба расти. Беспрерывно. Я узнал, что в течение жизни даже в организме кости 7 раз полностью обновляются. Кости даже. Я знаю, это для меня был инсайт. Что в течение жизни человека, даже кости, твой скелет полностью обновляется 7 раз. Некоторые клетки в течение суток обновляются в коже и другие органы. Некоторые в течение месяца и так далее. Получается, что жизнь там, и сама основа жизни – это обновление. Кто понял? И когда прекращается этот процесс, ты умрешь. Какой-то орган прекращает этого, жизнь прекращается. Получается, что ты тоже должен то же самое делать, потому что сама жизнь такая. Это беспрерывное, постоянное развитие. Это вообще чудо. Это для меня был реальный инсайт. Супер! Ногти растут. Мозги должны расти. Иначе ты останешься там. Что такое коммуникация? Пожалуйста, кто руку поднимать скажет? Коммуникация – это канал донесения данных. Канал донесения данных. Дальше. Пожалуйста. Взаимопонимание между коллегами и сотрудниками, и вообще между людьми. Еще, как, пожалуйста, Садак. Правильно получить и донести, пожалуйста. Коммуникация от латинского слова коммун, общие, значит, мысли одного человека должны стать общие мысли для другого человека. О, мысли одного человека должны стать общие мысли. Супер вообще, научное обоснование. Супер вообще объяснили, да? Классное объяснение, вообще супер. Это очень супер объяснение, видите? Еще, кто поможет? Что такое коммуникация? На самом деле очень правильно, пожалуйста. То есть научиться своей цели донести. Дорогие мои, послушайте внимательно. Коммуникация происходит, где вас поняли, а не там, где вы что говорили. Мало ли, что ты говорил-то. А ведь я ему сказал, я ему говорил, я ему написал. Это чушь собачья, это все. Коммуникация там, где тебя поняли. Часто происходит, что ваш сотрудник говорит, я ему сказал, я ему говорю, я это написал, я ему объяснил, я ему отправил. Ну что ты отправил? Как он тебе понял, вот это важнее, а не то, что ты писал или ты, что ты говорил. Коммуникация происходит там, где именно тебя поняли. Ты написал, а ты проверил, что тебе поняли.
а ты говорил, а ты действительно убедился, что он тебе понял так, как должно быть, чтобы мы получили ожидаемый результат. А у нас в мозге что происходит? Я же ему сказал. И мы думаем, что как будто если я сказал, он так понял. Это означает, что большинство случаев мы не доведем до конца свою часть задачи. Здесь почему вашу картинку не могли нарисовать? Потому что вы не могли правильно донести. Проблема была не у художника. Вы знаете, когда вы можете это точь-в-точь, рисунка будут похожи точь-в-точь. Когда вы хорошо поймете сами эту картинку. Вы настолько себя ставите на его место и начинаете думать, чтобы четко, когда вы эту картинку очень хорошо сами поймете, вам намного проще донести до него. А потом канал донесения выбирайте правильно. Я поставил вам два разных канала восприятия. У вас было зрительное восприятие, у него было аудиальное. Это как роль жизни руководителя. Руководитель жизни такой. У него идея появится в голове, воображение он чуть-чуть понимает. Больше никто не видит. Так? Он придет, потом начнет подчиненный рассказывать. Делай вот такое. А он думает, это что, так дверь делать что ли? Он сам не поймет. Вы понимаете, да? Это означает, что пока ты сам не оттачишь, не выяснишь свою мысль, ты не можешь его до него донести. И плюс к тому, и надо самое важное, чтобы он тебе правильно понял. Коммуникация там, где тебя поняли, а не там, где ты говорил.